безнадежным арабским лидерам, которые гонятся за миром с Израилем. Слушайте. Мы, христиане Палестины, отдали вашим доблестным предкам ключи от Палестины и Иерусалима и получили от них пакт Умра. Мы остались преданными этому пакту, и так будет всегда. А что насчет вас? Что вы сделали с этими ключами? Кому вы их отдали? Мы отдали их в чистые руки лидеру верующих Умару, а в настоящий момент вы передали эти ключи сионистам, чьи руки окроплены кровью мусульман и христиан. Вы, лидеры, не заслуживаете Палестину. Вы не заслуживаете Иерусалим и землю Аль-Исра. Потому что, нормализовав все, вы уничтожили и пренебрегли аятами из Аль-Исра, будто бы это не часть вашей акиды. Все это лишь сокровищница золотом вместо религии, нации и человечности. Вы хотите защитить Израиль? Защищайте! Да, поддержите свое богатство посредством этой нормализации и мира, в кавычках. Но мы, палестинцы, обещаем вам, что Израиль исчезнет с унижением. Благодаря нашему доблестному сопротивлению. Дорогие братья и сестры, наступает мусульманский праздник Курбан-Байрам. Давайте же оживим его с дозволения Аллаха. К наступлению праздника Курбан-Байрам мы с вами, по воле Аллаха, построим 30 колодцев, положим 2000 Коранов в мечети пророка Мухаммада, мир ему благословение. А в день самого праздника устроим огромное праздничное мероприятие с раздачей мяса и продуктов питания нуждающимся. Пророк, мир ему благословение Аллах, сказал: «Тот, кто имеет возможность уберечь себя от огня ада даже половиной финика, пусть делает это». Хадис передал имам Аль-Бухари. Не обязательно скидывать много денег. Даже один рубль, внесенный вами в это дело, уходит на все это. У каждого на карте есть остатки денег. Отправив эти остатки на сбор, вы обеспечиваете себе огромную награду от наишедрейшего Аллаха. Давайте оживим наш праздник и сделаем счастливыми тысячи людей. Все отчеты на страницах, которые указаны на экране.